Нужно наращивать темп. Ускорить процесс ремонта на Ленинской в Петропавловске поручил губернатор края. Глава региона поставил задачу продумать техническую возможность завершить работы хотя бы к октябрю этого года. Сейчас на Ленинской перекрыта дорога. На объекте трудятся сотрудники Камчатскэнерго и водоканала. Как отметили представители этих организаций, все работы идут по графику. Вот мы все раскопали, и понятно, что мы как бы все сложно. Это я понимаю, не нужно объяснять. Все нужно синхронизировать, все понятно. И так как бы молодцы, заранее закупили материалы, все правильно. Но если сейчас мы еще вместо декабря сделаем сентябрь, октябрь, мы тогда сможем, во-первых, открыть нормальное движение в пиковый сезон, когда у нас самый будет коллапс, и когда там все на ушах будем стоять. Вот. А во-вторых, может быть, подготовиться, больше работ подготовительных к следующему году пройти, чтобы быстрее это же делать. Поэтому я прошу здесь как бы и водоканал, и подрядчика продумать, что оно будет стоить, и по возможности сократить все эти сроки. Сейчас Камчатскэнерго закольцовывает ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2. Это позволит при сбое на одной из станций продолжать подавать электроэнергию в город. Водоканал занимается заменой ветхих сетей водоснабжения и водоотведения. Трубы уложили еще в 50-х годах прошлого года, а сейчас они износились. Перекладка труб позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение в краевой столице. Для проведения ремонта рабочие вскрыли дорожное полотно. Асфальтировать трассу на Ленинской в этом году не планируют. Все работы завершатся летом следующего года.